Разместить объект планируется в самом центре хутора, на пересечении улиц Набережная и Центральная, рядом с новой амбулаторией. Проект предусматривает 3 игровых комплекса, качели, карусель. Проголосовать за него можно будет в местном Доме культуры в это воскресенье 18 марта. Принять участие в голосовании смогут все, кому исполнилось 14 лет. Это очень необходимо. У нас здесь в микрорайоне Юбилейный в основном живут молодые семьи. И у них по 1, 2, 3, 4, даже 5 детей есть, и поэтому она очень необходимо на сегодняшний день. Счетные комиссии будут работать во всех сельских округах и районах города. Ознакомиться с остальными проектами, претендентами на благоустройство, можно на официальном сайте администрации города или на нашем anaporegion.ru.